Программа народного IPO реализуется в рамках поручения президента, данных на съезде партии Нур Отан. Основная задача – предоставить населению возможность участвовать в экономическом развитии страны. В этой связи в рамках программы был обеспечен, на наш взгляд, доступ для всех желающих участвовать. Все были оповещены в рамках информационно-разъяснительной работы по всему Казахстану, и мы соответствующую инфраструктуру обеспечили и развили вместе вот с государственными органами и фондом «Самрук Казына». Вообще, в целом была проведена очень большая работа по развитию фондового рынка, и были приняты все соответствующие решения. Вот под вашим председательством было принято решение Совета директоров фонда «Самрук Казына», были приняты решения Совета директоров «Казмуна и Газа» и самой компании «Кастрансойл». И вот сегодня будет предложен пакет менее 10% оценочной стоимостью 27,8 миллиардов тенге или 725 тенге за одну акцию. На наш взгляд, все это в целом повышает прозрачность и будет способствовать улучшению корпоративного управления государственных компаний. Отработана также тарифная политика с регулятором соответствующая. И будет создан дополнительный инструмент для накопительных пенсионных фондов. Также соглашусь с тем, что в рамках этой программы уже повысилась и далее будет повышаться финансовая грамотность населения. Хотя в целом мы рассчитываем, что все-таки основную часть примут профессиональные участники рынка ценных бумаг, а именно накопительные пенсионные фонды. В целом, на наш взгляд, реализация этой программы будет способствовать привлечению инвесторов в экономическое развитие страны, местных инвесторов, в перспективе, наверное, иностранных инвесторов. По вашему поручению, Сергей Кузьминович, мы отработали все проекты постановлений, которые сегодня предлагаем для голосования. Вчера отработали все нормативно-правовые акты с Национальным банком. И в целом считаем, что вот сначала сегодня начинается реализация вот этой программы на 2015 год. И это будет таким важным шагом для дальнейшего экономического развития страны.